тем покажу, что я на данный момент принимаю из БАДов нашей компании. Итак, это синхровитал для зрения, для восстановления, для профилактики. У кого хорошее зрение, для профилактики можно пить. У кого зрение уже плохое, то для улучшения. Вот такие капсулы. Одну утром темную, одну светлую вечером. Еще один синхровитал для печени. Тоже очень хорошо восстанавливает работу печени, чистит ее от шлаков, токсинов. Вот такие капсулы. Одна зеленая утром и светлая вечером. Почему здесь по две капсулы? Потому что в одних капсулах компоненты усваиваются лучше утром, а в других капсулах вечером. То есть здесь их разделили для того, чтобы получили больше эффект от данных продуктов. Ну, еще принимаю вот такой вот продукт. Это глюкозамин и хондроитин для тех, у кого проблемы с суставами, болит спина, допустим, да, там позвоночник. Вот. Я принимаю это для профилактики. Одну капсулу утром, чтобы у меня не было потом проблем с суставами. С возрастом у нас все равно идут какие-то нарушения, изменения в суставах. Чтобы предотвратить истирание хрящевой ткани, я для профилактики начала принимать этот продукт. Как видите, баночки очень большие, по 120 капсул. То есть, если два раза в день, то их хватает на месяц. Если по одной капсуле, то вот этой баночки хватит мне на два месяца. Для меня проще заниматься профилактикой своего здоровья, нежели потом лечением. Если есть у вас какие-то вопросы, обязательно пишите мне в личные сообщения. Буду рада вам помочь.